Дорогие товарищи, были непростые годы у нас. Мы учились, старались понять, где мы находимся, каким образом мы можем менять свою судьбу. А сейчас, уже зная это, ощущая себя в определенной системе, возможности влияния на эту судьбу, я призываю вас, давайте сделаем этот год годом совершенно новых постижений. Когда мы управляем собой, управляем своей судьбой, когда мы видим впереди себя прекрасное будущее и видим, каким образом мы к нему приближаемся. Как нам это сделать? Только сближаясь между собой.